пожалуйста. Иди. Скажите, пожалуйста, ваша компания Тенет співпрацює с компанией Телнет? Ну, це оператор. Песочница уже не в бассейне. Все, первый этаж. Друзья, всем привет. Надеюсь, вы смотрите это видео из теплых домов, и у вас есть свет, у вас есть тепло. Сегодня у многих украинцев этого нет, особенно у тех, которые на передовой, наша задача им помогать. Я напоминаю сразу вам о нашем сборе для Збройных сил Украины. Присоединяйтесь. Мы вместе с Думской уже собрали почти 750 тысяч гривен, осталось чуть-чуть. Помогите нам, и мы это сделаем очень быстро. Ну и в Украину пришел действительно такая, ну, негода. Совсем такие тяжелые погодные условия. 400 населенных пунктов в 10 областях отрезаны полностью или частично от электроэнергии. У многих нет интернета. Друзья, ну я в Одессе тоже все это было, и у меня тоже не было интернета. Правда, мне интернет починили быстрее многих других. Ко мне для этого пришло СБУ. Я не шучу, как СБУ пыталась установить у меня прослушку. В общем, под видом ремонта интернета, это история с видео, сейчас будете вы и насмеетесь. Ну и, конечно, это и серьезная история, друзья, тоже. Не забудьте подписаться на канал, прямо под описанием к видео кнопка, нажмите лайк, шер, комментарий, подписка, еще раз повторюсь, очень важна. Ну и комментируйте, что вы думаете. Давайте начну со своей личной истории, которая произошла у меня вчера. Итак, ну еще где-то там около недели назад у меня дома начал барахлить интернет. Ну еще до того, как в Украину вышла непогода. И, ну я поехал в Киев на заседание парламента. В общем, по возвращению, думаю, уже этим вопросом займусь. Ну, по возвращению, думаю, займусь, но кто-то подумал иначе. И вдруг в субботу звонят моей жене и говорят: я мастер, хочу прийти вам починить интернет. Ну, она так удивилась, но говорит: ну, приходите, приходите. Он говорит: хочу, вот уже могу сейчас прийти. Ну, говорит, ну, сейчас мы там не можем, приходите завтра. Ну вот я вернулся как раз домой, она мне это рассказывает. Я говорю: а ты вызывала? Да, она говорит: нет. И я говорю: я не вызывал никакого мастера. Я только собирался по приезду что-то звонить, выяснять. Может, там что-то можно дистанционно настроить. Ну, как бы так, странно. На следующее утро, это воскресенье, в Одессе уже непогода. Уже бушует ветер, уже рвет линии электропередач, но... этому мужественному мастеру ничего не мешает. И мастер снова звонит ей и говорит. Причем, интересно, звонит ей. Интернет оформлен на меня. Но звонит опять ей и говорит мужественный мастер: так что, я прихожу? Но она говорит: ну да, ну приходите. В общем, приходит он. Ну а вся эта история меня заинтересовала. И я позвонил, собственно говоря, провайдеру своему. Компания Тенет, я не в качестве рекламы, а вы поймете, там дальше это тоже будет важно. Звоню, говорю: а вы отправляли ко мне ремонтника? Они говорят: ремонтника? Какого ремонтника? Мы не отправляли к вам ремонтника. Вы же, говорит, а вы оставляли заявку? Я говорю: нет. Они говорят: ну вот у нас нет вашей заявки, и ремонтника мы к вам не отправляли. Ну, как вы понимаете, мне уже очень интересно. Приходит мастер. Значит, и что-то идет, там, говорит, там, поковыряться, там, у вас, значит, где роутер, вот, и начинает что-то ковыряться, и тут он уже, значит, меняет мне блочок питания и говорит: ну, вот, собственно говоря, вот пока тут что-то сделал, вы тут, вот, сейчас интернет у вас тут должен появиться, вот, ну, а если не появится, то позвоните мне еще раз. И как бы уходит. Обратите внимание, ни за работу, ни за блочок денег не просит. Ну, в общем, это уже становится даже, знаете, смешно. Я ему говорю: нет, давайте остановимся и давайте-ка, значит, будем вызывать сейчас полицию и разбираться, кто вы, мастер. Ну, и тут, значит, вызываю полицию, а дальше просто песня. Этот товарищ берет, достает телефон, а у него, это очень интересный момент, у него, перед этим он, значит, пришел с таким телефоном, знаете, кнопочным, без доступа в интернет, самым дешевым. И он, значит, с этим телефоном как бы им пользовался. В этот момент, когда я говорю: вызываем полицию,
Он так вообще не напрягся, ничего как-то. А он просто достает из другого телефона другой телефон. Хороший ремонтник, правда? И звонит куда-то и говорит, вин выкликая полицию. И я говорю, ты с кем вы говорили? Он говорит, с менеджером. Как вам такой разговор с менеджером? Посмотрите, это нужно видеть. Я все это снимал. Алло. Алло. Выкликает полицию. Сразу, вы же хотели менеджеру звонить, а чего вы сразу полицию? Ні, я ж позвонив менеджеру. Щоб... А і сказали, викликай поліцію? Викликають, менеджеру сказали. Викликають. А, викликають поліцію? Це менеджер так просто розуміє. Нуль. Ну, пісня, правда? Просто пісня. Ну, далі приїжджає поліція. І я вже при поліції, ще раз, дзвоню в компанію Тенет. И при них мы разговариваем, что они ко мне никого не отправляли. Это уже у меня там третий какой-то звонок. Посмотрите. Наших мастеров компании Тенет за вашу адресу не направляли. Да ну не бывает. Ну конечно не бывает. Ну вот вы чули? Скажите, пожалуйста, ваша компания Тенет співпрацює с компанией Телнет? Ну це оператор. Подождите. Ну це оператор. Звідки ви не мої знати? Ну зачекайте, будь ласочка, секунду. Как вам история, как вам ситуация? Ну, значит, предъявляет он, а он, значит, говорят ему полиция, предъявите документы. И предъявляет он документы какой-то компании Telnet. То есть она не так называется, там еще есть одна буква Л. Значит, Telnet. Но полиция смотрит на эти документы и говорит, ну, это все похоже на залипуху. Подсвечение можно показать? А, паленое, да? Так. Слушайте, ну мы все... Це посвідчення просто для того, що коли ми в банк приходимо, чи ще щось, тому що там буває, що в касу треба зайти. Я поки сфотографую. Можна? Ну, документи дійсно схожі іменно повністю на залипуху, а при чому тут Телнет? Ну, далі це комунікаційне, ну, і мій провайдер говорить, ні, ми ні з яким Телнетом не співпрацюємо, не знаємо ми ні про який Телнет. В общем, ну, я думаю, що вам как бы, все понятно. Майстер, який прийшов в ураган, подарить мне блочок, значит, но только немножко не из той компании, только его немножко никто не вызывал. Мы едем в полицию, значит, я еду в полицию, пишу заявление, хочу выяснить, чего этот человек пришел ко мне, какие его мотивы, кто он вообще такой. Значит, но дальше очень интересно, наступает полная тишина, мне никто не звонит из полиции, вообще ничего не происходит. Друзья, ну мне все понятно, и всем все понятно. Итак, сотрудник СБУ пришел устанавливать прослушивающую аппаратуру. Вот все эта история. Ну, вот такой подарок мне от СБУ оставил в виде блочка питания. Да. В общем, история, конечно, она и смешная, но она очень показательная. Ребят, чем вы там занимаетесь? Я с огромным уважением отношусь к офицерам СБУ, которые воюют сегодня за страну, борются с агрессией, ловят российских шпионов. А вы там чем занимаетесь? Тратите народные деньги на прослушку? На то, чтобы оппозиционного депутата там слушать, что-то тут искать, ковыряться, у меня в квартире устанавливать записи и прочее. Вот это ваше занятие. Андрей Борисович Ермак, я понимаю, что не нравится то, что я называю фамилию вашу и все. Ну так, может, вы своей работой займетесь? Владимир Александрович Зеленский, займитесь своей работой. Давайте займемся победой, Украиной, дипломатией, всем тем, что нужно заниматься. А не будем вот этот вот... какую-то, я не знаю даже, как это назвать, вот это в КГБ-ском совковом стиле использовать спецслужбы для политических целей. В общем, ну, честно говоря, полная какая-то фигня, которой вы занимаетесь. Ну, вот, собственно говоря, все про по моей истории. Но история, конечно, очень-очень показательная. Но не только эта история. Жили мы вчера, друзья. Как я сказал, в Украине, там, конечно, главное, это не погода. Многим людям эта непогода доставила много неприятностей. Представьте, сколько неприятностей она доставила ребятам на фронте, в окопах, в землянках. В общем, ЗСУ, респект, уважение. Но доставила эта непогода много головника и оккупанту. И в Крыму, пока оккупировано, помните, они говорили, так лучше хоть камни с небес, значит, мол, чем Украина. Ну вот, я не знаю, как камни с небес, но уже ураган там, ой-ой-ой. При Украине такого не было. Пока Украина контролировала эти земли. Ну ничего, все вернется. Значит, посмотрите, как там заливает Крым.
Посмотрите, как возле Анапы сухогруз сел на мель. Чтобы вы понимали, это Витязева, Паралия. Сухогруз сел на мель. 100 метров от берега где-то. И его еще сносит сюда. Где-то домик Симонян и прочих, так может их там уже зальет и смоет. Это было бы хорошо. Песочница уже не в бассейне. Все, первый этаж. До свидания. Просто. Кстати, посмывало все эти окопы, которые они повыкапывали в районе Евпатории. Это тоже смешная история. Ну, а также вчера был ответ за налет, массированный по Украине дронов. Дроны почему-то после этого прилетели и в Россию. Ну, с чего бы это? Особенно досталось Туле. Посмотрите, как это было. Летит беспилотник. Еби. Вон, над нами прям пролетело, я его доснял. Выключим? Да. И меня умиляет, как там в Туле пишут, за что нам это, за что, действительно, за что, чего вдруг в Тулу летят беспилотники, непонятно. Ну и еще горел Челябинский тракторный завод, а это главный производитель, целый город в городе, Челябинский тракторный завод, главный производитель двигателей для российских танков и бронетехники. Тоже почему-то горит, пожар, взрыв, посмотрите. Иди. Там пожар! Там взорвалось что-то. Ну вот, друзья, такие новости. Вот, друзья, такая информация. Мне очень интересны ваши комментарии, особенно про мастера, который, значит, очень хотел мне помочь. Ну, а меня ничем этим всем фигней не запугаешь, поэтому я работаю дальше, поднимаю вопросы наших военнослужащих, поднимаю вопросы коррупции в высших органах власти и буду дальше это делать, несмотря на все вот такие ухищрения и атаки. Не на того напали. Держим строй.